Если вы начинаете к этим изменениям относиться как к труду, каждый шаг, который дает вам результат, это как в спортзал ходить. Приходишь сначала, думаешь, господи, боже мой, все тяжелое здесь. Да. А так раз чуть-чуть, понять, два чуть-чуть, три чуть-чуть, уже, так сказать, пошло. Вот. Это что такое? Был труд. И вы видите результат. Моща. Да здравствуй, перемены. Интеллектуальный труд – это вещь очень хорошая и важная. Я за нее ратую все время. Но на самом деле без физического труда – это такая штука недостаточная. Это как с костылем ходить. На самом деле наличие физического труда – это очень важная штука. Спиноза, понимаете, Лин заточил. Ну и, в общем, масса других замечательных людей находили для себя какие-то специальные занятия для того, чтобы пребывать не только в мире своих интеллектуальных представлений, но и в фактическом мире реальных вещей. Самое важное, на самом деле, это то, чтобы то, что мы делали, было востребовано. Вот. Потому что если вы как-то что-то делаете, а все это идет в стол, вот, или все это идет куда-то в такую в трубу, знаете, закладываешь, так, улетает, и непонятно, долетело, не долетело, там, и так далее. Это, конечно, дикая скукота. Вот. А так, если есть результат, есть другие люди, есть поддержка, есть благодарность, вы будете чувствовать, что все в порядке, даже если у вас вот, нету и веры в жизнь, и в свет исчезло у вас.